соберем 6 рапир. Выглядеть должно очень-очень жестко. О, 9700. О, вот это опасно. Это опасно. Так, 4 забрал. 5 забрал. Все, рисковать не будем, одно оставим. Все сделать еще. 3 удара. Рошан, 3 удара. Опа, у меня будет кнопка, да? Просто фокус сразу. А, забрали, прикинь, все. Оп. 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 О-о-о. Дай. На вставочку. Не, ну это на вставочку. А что если мартретка 6 рапир? Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенанс, и сегодня у нас новый видосик рубрики «А что если?». А что если мартретка 6 рапир? Это очень-очень интересное должно быть видео, сказал бы я, но я этого не скажу, потому что, возможно, видео будет неинтересно, но посмотрим. В общем, смотрите, друзья, очень глобальная идея, хочется посмотреть, какой будет крит в катке, ну реально, какой крит будет у мартретки с 6 рапирами. Посмотрим сейчас все по игре, как все у нас будет складываться, и соберем 6 рапир. Реально. Выглядеть должно очень-очень жестко. По идее, по идее. А там посмотрим, там посмотрим. Посмотрим, как все это получится. Давайте немножко подзапотеем, и я вам сейчас расскажу, как мы будем в целом двигаться по этой игре. Как в целом у нас все будет происходить. Давайте сделаем вот так вот, и погнали. Идем мы на низ линию, низ будем фармить, и будем выфармливать немножко артефактов. Смотрите, следующее, что мы делаем. У нас задача по игре такая. Фармим сначала самые простенькие артефакты, а именно что-то в стандарте. Но там у нас будут фазы, будут доминатор. И возьмем сразу муншарт. Почему муншарт? Муншарт нам нужен будет для скорости атаки. Чтобы у нас была скорость атаки. Скорость атаки будет, будем дамажить, будем тушить. Это офигенно. Это офигенно. Следующий момент, что у нас по игровому процессу со стороны команды должно быть. У нас фармит алхимик. Алхимик, если что, потом раздаст нам пласочки, маночки, всю вот эту тему. И далее, что у нас еще должно быть. Естественно, два саппортика, которые нам будут помогать. Это у нас тут репел будет закидываться, и тут будет закидываться сплэш. Сплэш, чтобы хорошенько, быстренько подфармливать. Драки будут лютые. Смотрите, что там ребята понапикали. Ну и, надеюсь, катка в целом будет интересная. Интересная? Надеюсь, надеюсь. Уже, кстати, не первый раз пишем. К сожалению, некоторые ребята безответственно относятся к приватным играм, в которых пишется именно контент, ребятки. И это довольно-таки, ну, прискорбно, потому что вроде как бы ребята, подписчики, да, а берут, ноют, ливают, руинят и тем самым зарабатывают себе бан и минус репутацию. К сожалению, такие люди тоже есть, ребятки. Поэтому, если вы такие, не рекомендую подписываться на мой ТГ, чтобы участвовать в таких видосах. А если вы нормальные ребята, четкие, аппетитные, вкусные, то, конечно же, подписывайтесь на YouTube канал, подписывайтесь на ТГ канал и, как говорится, участвуйте в видосах. Будет по кайфу, ребятки. Ну что ж, давайте, у нас 20 секунд до выхода крипчиков, и готовится у нас смертельная битва на нижней руне. Давайте все позабиндим. Наша задача — это просто сейчас фармить и принимать участие хорошее в драках. Там баратрум и инвокер. Очень много магического урона будет. Очень много магического будет урона по мне. Но там, кстати, две способности, которые пробивают репел. Это Sunstrike и Роза. Причем еще и Black Hole будет очень опасно играть с рапиром. Ну и посмотрим, посмотрим в целом. И самая главная фишка, которая должна быть здесь в катке с рапирами, это то, что я не должен показывать рапиры до того момента, пока их у меня в инвентаре не появится 6 штук. Именно 6. То есть я буду просто их фармить на стандартном закупе. Куда пошел? Куда он пошел? А, фиссуры перекрыл. Фиссуры перекрыл он. Вот оно что. Фиссуры перекрыл. Фиссурка перекрыл. Давай, давай, last hit. Хорошо. У нас там один крипчик уехал уже. Крипчик уехал уже. Just...
Так, ну это нужно переагрить и постараться вот этого дедушку засолить. В баночку. Хорошо. Да куда ты лупишь? Не бей, не бей. Зачем ты его бьешь? Ох уж эти руин-саппорты. Что ты делаешь? Зачем? Что у меня прям горит с таких мувов? Зачем? Зачем ты это делаешь? Вообще, ребята не понимают, как держать лайн. Вот все время, да, создаешь видосы, объясняешь, как держать линию, зачем держать ее нужно. А они берут и ломают ее. Неопытные ребята и не хотят развиваться, сидят на одном уровне, а потом говорят: Хэн, а как апнуть ПТСе? Я что-то не понимаю, как. Ну вот, вот так вот и апать, надо хотя бы что-то... Как-то обучаться, ребятки, что ли, немножко. Ну, да ладно, в принципе, не суть. Продолжаем, ребятки, у нас сейчас катка на фарме. На фарме не будем переживать сильно за ребят. Справимся сами, если что, затащу соло, как говорится, на мартретке соло. Тем более, еще и с рапирками-то, ребятки. Криты по 10 тысяч, добрый вечер. Киньте крит 10к под сплэшем. Это страшно. Вот Омник мне сейчас жесть как запушил. От деда не было дэмэджа, и все, вот тебе весь лайн. Никогда не бей крипов, будучи на сапе. КК, все, найс. Надеюсь, понял. Надеюсь, парень понял. И главное, чтобы не обижались, типа, ну, стараешься сначала нормально, адекватно объяснить, ребята не понимают. Потом уже нужно немножко подкричать. Когда кричишь, люди быстрее почему-то вникают в эту тему, правда, обижаются иногда. Странная тема, если честно, как это работает, я не знаю. Ну да ладно. Так, смотрите, у меня почти есть фазики. Иди левел апай, че ты сюда идешь? Ты там зачем отвод делаешь? Делает отвод, оставляет крипов, прибивает ко мне, стилит экспу. Если вы делаете отвод... Вот давайте, окей, как по гайду этот видосик проведем. Если вы делаете отвод на саппорте, что вы должны сделать? Как минимум, попытаться вывести этот отвод еще вот в этот кемп, потому что там деревья срублены. Огр это не попытался сделать. Это первый момент. Второй момент. Что вы еще должны сделать? Это если вы отводите, вы не должны выходить на лайн к своему керри. В случае, если ему нужна помощь, тогда выходите. И помогаете ему. А так Огр взял, отвел, экспу сливает, которая с нейтралов, да? То есть он себе ее не забивает, эту экспу, в полоску. Он ее просто сливает и приходит ко мне еще мой экспу воровать. И еще толкнул линию. Это максимально неправильно. Ну да ладно. Это все мелочи. Ребята как умеют, так играют, по сути. Как умеют, так играют. Просто вот с вот этой пачкой... Желательно иметь тогда аквилу и заходить и пушить просто все. Был бы 6-й левел, я бы сейчас, наверное, газанул бы на топ. Так, найс, меня оставили на экспе. Низ вообще бросили. Хорошо. Не люблю вот эти вот два дерева. Постоянно их стараюсь срубить, чтобы можно было вокруг тавера обойти, кружочек навернуть и кайфануть. Так, хорошо, у меня чуть-чуть получше по левелу уже. Крипчиков очень много здесь. Очень много крипчиков, ТП-шечку берешь. Или нафиг идешь. Правильно, правильно, ребятки. Так, все, запись там, все хорошо, да, отлично. У меня было, помню, в гайде на хаоса. Пишу, сижу я, значит, гайд на хаоса. Отличная история, ребятки. Гайд на хаоса для меня был самый тяжелый. Во-первых, герой не метовый, во-вторых, разгоняется медленно. Ну и в-третьих, конечно же, у меня были очень большие траблы с записью. А именно, что было? То интернет, то еще что-то. И вот, еще была такая история. Сижу и, значит, такой, пишу первую игру, вторую, третью игру уже. Четвертую пишу подряд, ну и запускаю писать. О, только ФБ, пятая минута, нифига себе. Запускаю пятую минуту, ой, пятую игру писать. Ну, вроде как запустил, я так думал. Сижу, пишу, все так офигенно там, делаю все как надо, все как по красоте. Прям на вставочку, знаете. Поворачиваю свое лицо к концу игры, а у меня запись не включена. Я такой думаю, точно. Я думаю, вот я тогда себя ненавидел, это жесть, прикиньте. Ну, настолько вот устал и в такой агонии записать видео как можно скорее, что, к сожалению, бывают такие отвратительные фейлы. Тут по-другому никак нельзя сказать. Фейлы максимально отвратительные. Там метеоризмы на лицо падают от инвокеров.
Мне бы 6-й левел, было бы круто. Животное побежало, уже нет шансов там. Раньше вышел бы, может быть, что-то и получилось бы, но не факт. Но не факт. 6-м левелом будем прям их тушить. Надо быть прям по агрессии. Хорошо, аквилка имеется. Сорок два крипа, в принципе, я вообще фулл фристаю. О, кто-то идет наконец-таки. Можно по чуть. Я лайн по чуть стараюсь сейчас увести. Перестал я так грозно тушить его. Аквила имеется. Кто-то есть тут. Угу, вижу. Инвокер сейчас отдаст все кнопки. Ого. Я мансану лучше. Опа, так сделаем. Хорош. Оп, найс. Фиссура будет там еще? Там 180 маны фиссура может быть. И чарж. Чаржа нету там. Урны есть? Урны есть, две урны. Я могу сдохнуть, если там. Дай мне хил. Спасибо. Погнали. Инвокера нету, все, найс. РТП на базу. Хорошо. Начинается. А нет, заканчивается. Хорошо, ну хорошая драка, кстати. Очень качественная, хорошая драка получилась. Хорошая драка. Крип стоит, не стакнет он уже. Хорошая драка. Но крипчиков прогулял я. Инвокер хорошо там под бару все понажимал. Кайфует. Так, Ахевич, два щита. Хим. Блес, стаки, фарме. Инвокер пойдет крысить. Вокер крысить пойдет, если ты не пойдешь. Я знаю эту крысу. Эта крыса еще та. Сами тоже по чуть будем лайны толкать. Ну вон, уже фармит. Уже фармит. Я говорил. Го. Да вижу. Ах, сацида погиб. Да пойдет, ничего страшного. Найсово. Пойдет. Эй, оставь. Ладно. Пойдет. Да, масочку купим и пойдем. Маску купим и пойдем. Хорошо. Килочек в студию. Кил в помойку. Я не ломал. Как умник написал? Я ему пишу. Лайн сломал. Я не ломал. Забавный парень. Он даже не знает, как он сломал лайн. Просто когда деда заставляешь дамажить себя, а не... Так, а давайте, в принципе, пусть фармят, да, ребята? Я такой БТ-шку забрал, чтобы лайн... Чтобы было больше времени на то, чтобы лайн откидывался от Т2. Будет больше времени намного. Это будет намного интересней. БТ-шку заколотим по чуть. Пара бежит. Баровочка. Ой, инвокер с хастой. Ребята отошли, да? Ребята отошли.
И за что ты так сделал, дядя? Вот стойте под глифами там. Вращенки. Хорош. Что-то топ там ломает, да, парень? На хе. Вращенец получается. Все, можно лесочек, ребятки. Можно лесочек, ТП-шку. Оп, вот так вот делаем. Как в старой доброй доте, да? В старенькой. Сейчас заюзал. Выкладываешь артефакт, потом ложишь шмотки. Курьер не давал собирать артефакты и не давала собирать вообще в целом, когда из инвентаря что-то не выложишь. К сожалению, было такое время. Что за руна будет? Иллюзии. Пойдет. Пофармим с иллюзиями. Пусть дополнительный дэмэдж будет. Впитку. Все, ферма пошла. Next фармим шард, ребятки. Шард для скорости атаки. И Магнус к этому времени раскачает Empower. Проведем хорошие драки. Будет офигенским. Вардики. О, здорово. Оп, хорошо. Хорошо. Еще б тут добивать бы, да? Хорошо. Найс. Найс. Плюс. Энигма там с блэкхолами. Блэкхол это, конечно, такая вещь, которая будет максимально неожиданно влетать в драку, чувак, и солить. Это будет страшно. Это будет серьезный бой. Смертельная битва. Как думаете, сколько крит будет с рапирами? Да, вот думаю, очень много будет. Прям очень большой. Ух, какой. Найс. Ух, какой. Надо файты. Драться надо. Тут надо на него катиться, бро. И выживет, скорее всего. Ой-ой-ой. И если я сейчас критану, не кританула, прикиньте. Но все равно убью. Крит. Оп, хорош. Прикиньте, если бы кританул. Минус 4 сразу было бы. Хорош. Додумался. Магнус сделать вещи. Уа, сюда. Ух, хорошо. Это очень прям. Это очень прям хорошо. Прикиньте, если бы вот чуть-чуть повезло. Совсем чуточку. Капелюшечку. Прям вообще красиво было бы. Ну пойдет, пойдет, на вставочку подработали. Почти на вставочку. Это еще не на вставочку, поверьте мне. Так, давайте, знаете, что сделаем? Хорошо. Это снимаем. Идем дальше фармить. Себе курочку. Вроде курочка стоит 170, а отрываешь, как будто, блин, от сердца. Хорошая драка, Магнус, молодец. Накатился на них. Вот любой бы так сделал на его месте. Любой. Ну, кто-то бы, конечно, потерялся бы. Сказал бы, я не умею, я не знаю. Все. Так, 3500 почти есть шард, да? Ребята дерутся, да? Я не буду отрываться пока от фарма. О, волка возьмем. Волка возьмем, пойдем Аегу заберем. С шардом. Волка сюда. И пойдем дофармим шард. Ух, там далеко-далеко огур заходит. 1-4 просто заходит в наглую, видели? 4 героя рядом, он бежит просто в наглую.
Дядя, что с тобой? Ой. Вот дает, прикиньте, пацаны. Вот дает. Безбашенные огры. С корицей. Чего, господи. Ой-ой-ой. С ума сойти. Чисто с ума сойти. Так, есть. Хорошо, еще бы одного припулим, чтобы экспу апнуть. Двенашку, тринашку. По кайфу. Найс. Забираем этих крипчиков и продаем. Хотя топорик можно будет выложить просто. Хорошо, ребята дерутся, да? Не достаю, да ладно. Да ладно. Ребята опять там дерутся. Так, ну шарт есть, можно работать. Ух, там такие лоу хп, надо подработать, но некому. Энигму тушите. Блин, какая драка сочная. Бросаю Рошана и бегу. 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 Это нельзя пропускать такие драки. Это самый ранний подфарм. Это ж пушка. Самый ранний подфарм. Хорош. Красава, бро. На вставочку. На вставочку. Так, ну ладно, бросаем Рошана пока. Бросаем пока Рошана. Алхимик зато сейчас оденется. Алхимик оденется. Волка затрансмутил, видели? Инвокер. Крыса вонючая. Вонючий. Хорошо. Где Бладласт на огре? Выпросил. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Что ж это за такое? Белые огры. Хорошо, фармлю. Фармлю, 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 фармлю. Еще раз фармлю. О, ферма, ферма, ферма. Вовсе не медведь. 2000 есть. Ну, это пол рапиры. 2000 это пол рапиры. Можно все, куру. Магаз отправлять и по чуть собирать. По чуть собирать. Чуть собирать. Хорошо, гоу. Гоу под рапирой сейчас. Ой, под рапирой. Под кнопками. Найс. Найс, Black Hole, бро. Так, ну ответочки алхимику не будет по-любому. Ответочки алхимику не будет. И заберу. Ну пойдет. Пофармили. Хорош. Догнал он таки его. Догнал. Догнал он таки его. Так, ну что, ребят, идем пока уверенно. Пока все, в принципе, неплохо.
Энигма показала свой самый лучший Black Hole. Самый лучший Black Hole. Так, почти первая есть. О. Можно тушить. Да, я плюсану, надо драться сейчас. Просто левел так уж тем более. Будем драться, будет больше золота. Прям по кайфу. Хорош. Алхимик там тушить пошел. Пойду тоже хочу поучаствовать. Что за дела? Хорош. Отлично. Я там где-то в стороночке чисто такой. О, найз. Так, первая есть. Первая. Так, первая есть. Не будет. Сами нафармим лучше. Это все, конечно, хорошая идея. Быстрее. Ну, хз. Инвокеры. Алхимика там тушат. Так, го сюда. Он там соло убивает с Магнусом. Хорош. Соло с Магнусом там убивает. Красавы. Гони момнику и рефреш. Можно будет попробовать еще и колодец, но вряд ли что-то получится. Так, ладно, там алхимик хорошо помогает. Выфармливает. Пилки в студию. Сейчас будем затаривать. Найс. Так, Магнус будет бафать? Хорошо. Мне бы тоже что-нибудь такое поделать. Потушить. Погнали к миду. Так, вторая рапира готовится. Погнали к миду. Алхимик соло там тушит их. 1 в 9, прыгай. Но они сейчас за Black Hole, по идее, там затушат. Этот имба, да? Вот это имба, я понимаю. Просто перефармливает всех этот герой в начальной стадии. Вот просто максимально лютый персонаж. Перефармливает и все. Он ходит, у него деньги там горой текут. Все остальные собирают по копеечке. Хорошо. ЗКЦ паузит, показывает свою лучшую игру в жизни. 20-0 нормально. Красава. Теперь мне бы одеваться. Мне бы одеваться. Купает он хилы там.
КЗ, непонятно. Нет пока хилов. Пока нету. Фармим. Так, это есть. Так, тут опять заросло. Заросли дырки. Что самое хорошее, это я тоже апаю левел с фармом. Мне левел очень нужен тоже, у меня, потому что не будет хп в этой комбинации. У меня сейчас 1300, у меня там 1000 хп будет вообще, просто рапира и 1000 хп. Это очень страшно. Хорошо. Так, отведемся сюда. Найс. Так, почти еще одна есть. Ну как почти? Фарма, если честно, медленно идет. Фрагов я не вижу. Надо фраги брать. Если фраги будут, будет очень много золота. Ребята зажались в хайграунде. Зажались в ХГ. Двенашка, это одна рапира точно. А вон они все толпой стоят. Мне двойку даешь? Вы поняли, да? Дай ему Black Hole на Энигме. Да. Есть. Слишком нагло заходим уже. Я вообще не имею золота. Вообще нету. Джей, все просто сметают. Все сметают. На все. Надо на все покупать. Задачу выполняем, ребятки. По максимуму. Так, есть. Вторая рапира, в принципе, есть. У меня две. Две есть рапиры. Так. И как-то бы их куру забрать, да? Вот так дропнем. Блин, а в куру не варик. Надо, чтобы... Надо выбивать именно. Надо именно выбивать эти рапиры будет. В этом смысле. Надо выбивать. Ох ты, забрал, смотри. И я вообще за этим не следил. Он там страту. Че за фигня? Горошана? Горошу и я заберу. Так, тогда это дропаем и... Блин, ну в куру, я в куру буду ложить. Я в куру. Куру положу рапиром. Блин, скоро нельзя, да? Скоро нельзя. Такое. Тогда сразу надо будет одевать. Так, ладно, если что, стики это все подропаем здесь. О, а Егис минус? А нет, еще живой. Хорошо.
Так, это есть. Две, допустим. 3-4. Я ушел. 4 есть. Продаем шмотки. И даем. Так, кура летает. Жесть. Так, ну, две жалко, но вот эффекта того вау, конечно, не будет. Две есть. Жалко, я там арты поскидывал. Все, го на базу. Мой. На базу. Базу дроп. Базу. Хорошо. Так, есть. Все, есть, ребятки. 31 минута, в принципе, выполнили задачу. Гоу. Го. Да, Аега падает. Уже. Аега падает, и норм. Продаем артефакт. Так, вот эту тему дропнули. Есть. Вот это сюда. Это продаем. Это не мое. Это сюда. Рингов Аквила. Так, продаем все вот таким вот путем. Чтобы никуда лишняя копеечка не убежала у нас. Стики. Рингблейды не мои. Так, это есть. Доминатор. Так, доминатор, доминатор, доминатор. Где у нас доминатор? У нас доминатор, по-моему, должен быть где-то здесь. Вот тут, да? Нет, где доминатор? Не вижу доминатор. Прикиньте, маску доминатора не могу найти. Вот здесь вот сад, и вот он. Ага. Вот так вот делаю. Хиллинг слейвы. Есть сапоги фазовичей. Так, еще и еще две. Все, хватает. Хватает. Ты чё, лысый? Такой. Чё, лысый алхимик? Алхимик все шмотки, короче, продал. И это сейчас будет страшно очень. Очень страшно. Так. Раз. Два. Есть. Все, шесть. Шесть и... Я тебе бабки верну хилками. Паузит. Бабки хилками. Так, дроп. Все. Отдал. Закупи дагер и тревел. Так, и мне нужно... Ща, Аега упадет. Аега упадет, и го. Есть у меня, конечно, МС-а нет. 2000 урона плюсом. Но совсем все плохо. Совсем все плохо. Есть бабки. Ждем. Ждем Аегу. Сколько крит, интересно, будет на это с Аегой? С Аегой. О, минута. Минута. Хорошо. И куру за собой буду водить. Чтобы в случае чего сразу подобрать. Жди. Хватит. Все, next удар по-любому крит будет. Next удар крит. Так, давай, 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 дропайся. И мне уже прям вот, знаете, жопа подгорает. Пойти посмотреть, что там будет. Давай, давай. Сейчас должна упасть рапира. Это должна быть пушкой. Ой, рапира. Аегис, господи. Все, есть. Так, и куру рядом. Куру рядом. Держим. МС-а не хватает, где огр? О, 9700. 9700, дядя.
Пошло дело, пошло дело. 9700 крит. Куру с собой рядом ведем. Жесть. 9700, там по БМу купили. Хорошо. Дай, 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 дядя. Оп. Есть. Тащи сюда его. Есть. Сейчас все отдадим, да, походу еще? Ага, я, если что, готов тут забирать. Ой, есть. Так, отойдем. Отойдем. А что если 6 рапир, да? Ну, крит 10к, ребят. 10к крит. 10к крит. Он инвизи был. Он в инвизи был. Хорошо. Let the hunt begin. Understood. Justice shall be swift. I am the iron hand of justice. Ashvalanor. I can taste their fire. Здесь, ну, ждем, ждем всех. Ждем всех. Магнуса, баф. Агнуса баф надо. Что у меня по ЭМС? 360. Нормально, просто как будто сапог. Все, есть баф один. Куру рядом, ребятки. Куру строго рядом, вдруг унесут меня в таверну. Таверну унесут. Оп. Оп. Ай-яй-яй. Дай. На вставочку. Не, ну это на вставочку. А что если мартретка 6 рапир? Хорошо. Отойти. А что если мартретка 6 рапир? Же есть. Как с ВТФ модом играем. 9800. Жестко. Гоу. Погнали. Володьку можно было бы за собой таскать. Кирасу сделать еще. Просто три удара. Рошан три удара. Рошан три удара называется. Чего с этим Рошаном не так? Рошан три удара. Там все по БМу сделали. Без этого. Без рефейла не варик. Но там и диффуз есть еще. Ахер. О, вардик. Вардик снимут, пацаны. Хорошо. Так, ну ребята готовы, в принципе. Гоу, еще заходим. Может, что-нибудь красивое, там, ваншотом минус 5, знаете, типа, бах. И все, может, красиво как-то будет. Кто его знает? Кто его знает? Ребята бафают просто так. Надо бафать именно в момент нападения жестко. Отдают товар, да?
Все, пробафали, найс. Да, такое. Такое, я, конечно, счета каракатится. Опа, найс. О, вот это опасно. Это опасно. Так, 4 забрал. 5 забрал. Все, рисковать не будем, одно оставим. Рисковать не будем, одно оставим. Хорошо. Рисковать не будем, одно оставим. Найс. Все. Так, куру можно уплотнить же, что же. Жалко, транквил не регенит больше. Хорош. Го, под... Так, есть. Хорошо. 5 рапир засейвили. Одна рапира... У кого? Жесткая тема. Ага, у Энигмы. Энигма. Энигма рапира. Тревел давайте сделаем. Наверное. Пусть побыстрее чуть будем, да? Чуть-чуть побыстрее пусть будем, и все. Только я скоро сейчас по идее... А, все, найс. Могу же. Свои же рапиры могу выкладывать. Чужие нет. Свое же могу. Это камбэкнут еще, да? Камбэкнут, пацаны, еще. Кура, хорошая тема. Вообще, жесть, вовремя подработали. Прям то, что нужно. Опасная игра. Игра, знаете, с огнем называется. Так, ага. Опа, вот эти не могу выложить. Угу. Хорошо. Две не могу выложить. Две выложить не могу. О, дропнул через дэшку. Все, лол. Через дэшку дропнул спокойно. Погнали. Го. Если что, тревел дропнем. Сейчас будем чуть помобильнее. МС-а не хватает, прям вот. Хорош, рапира есть, можно поесть. Кем в куре говорит? Омник просто так бафает, не знает, когда надо бафать. Прям вот, ну не знает, я ж не побегу волосы назад. Энигму бы забрать сразу. Ес, эхой. Два даешь сейчас? Хорош. Опа, у меня будет кнопка, да? О. Просто фокус сразу. А, забрали, прикинь, все. Так, крипы есть живые? Нету крипов живых. Прикинь, 6 рапир просто. Ну, в меня полный фокус был. Просто в меня. Просто в меня полный фокус. Магнус одну забрал, да? Полный фокус у меня был. Полный фокус. Я хз. Хз. В меня. Все нажали. Так, ну гол теперь это выигрывает, да? А Омник не знает. Что-то Омник дерьмо какое-то собирает. Так, ладно, остались мы без шмоток. Кто туда? Остались без шмоток. Остались без шмоток. Так, БКБшку тогда сделал. Но это надо красиво закончить еще. В принципе, порохли, пофанили. Жесть, сколько рапир. Прикиньте, какой перефарм. Какой перефарм там. Какой перефарм. А БКБшку сейчас купим. И закончим. Жесть. Так, возвращается. Давать прокаст. Это же инвошкер.
Этот же инвошкер. Сейчас еще куру. Ну, наверное, куру еще одну возьмем. Еще одну. О, здорово. Блинк. Хорош. Фаза ТП. Так, есть. Так, у меня там в куре еще мои хилки, лол. Осуждаю. Гоу, БКБ. Баш. Есть. Го. На победу. На победу. Без шансов тут проиграть, вы чё? Кто там с рапирами бегает? Так, бары нету ничего. Бары нету ничего. Вот такие катки, да, которые перерастают в пот прям. По кайф. Рапира Энигма. Чтобы в блэк-холле дамажить. Энигма, да, она чисто пьер дамага и очень бодро лупит. Так, у Магнуса. Но тяни его, тяни, тяни, тяни. Или Еса кого-нибудь хотя бы. Я не буду прыгать. Сейчас прыгну. Хорош, есть. Под Энигму байт идет. Под Энвока, под Энигму. Энигма, вон она. Энигма. Стороночки попускаем. Хорошо. 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 И вот этого бы дасты какие-нибудь, эх. Но пойдет. Пойдет. Так, тут Энигма байбэкнулась. Энигма с блэкхолом. Угу. Хорошо, нужно эту тему запомнить. Надо дасты от инвока. Дасты от инвока. Байбэк был. Хорошо, БКБшку купили сейчас. По чуть. Камбэкнем. Так. Где там дасты? Хорошо. Энигму хорошо зацепили. Золото в куре держите. Они, видимо, эти рапиры там дома дропают. Так, есть. Я готов. Так, я готов. Хорошо. Куру сюда. Аккуратненько. Энигму. Хорошо, там у меня БКБ есть, да? По кайфу. Бубаска нету. Этому ГГ 100%. Этому ГГ. Хорошо. Бара отменил. Но так толпой не становиться. Энигма, мало ли, прыгнет. Я буду дамажить. Если что, вон она, Энигма. Да-да-да, стоит, ждет момент, когда... Толпой встанемся. Ай-яй-яй. А, есть. О, надо было бить. Надо было бить. Хорош. Хорош. Надо было бить, я там мультик такой крепенький вылетел. Хорош. А так забираем победу обратно, чисто на скилле. Ура, есть тут. Они рапиры, короче, все оставили. Рэмпейдж, ревейдж. Найс, го сюда. Где рапиры? Где? Рапиры. Ныкали. Спрятали от нас рапиры, понимаете? Вон они в куре. Дай куру. Контент ломаете. Крис, а?
Сейчас еще одну пойдем купим. Да, но недолго мы бегали, конечно, с рапирами. Еще такой кумбас пацаны сделали. Ну, по красоте. По красоте. ПТшка форстав дает. Жесть. Но они молодцы, хорошо камбэкнули середину. Но в целом проиграли. Гоу. Умник нажмет кнопку. О, найс. Хорошо. Давайте вот так вот. Оп. Оп. Хорош. Ой, блэкхолы какие. Дядь, ну ты шо? Гоу. На умнике, кнопку жми. Жесть. Ребята, самая непонятная концовка, которая у нас была после того видоса, который у нас был вот тот вот видос 100 минут, да? Что ж, на самом деле, выполнили мы этот челлендж, так сказать. Интересную игру вам показали. 6 рапир сделали, 10 кокрит тоже был, ну 9800, ребятки. Ну округлим до десяточки. В любом случае он был. Вот такой видос вышел. Спасибо ребятам, кто помогал делать этот видос. Ребятки, большинство из ТГ канала, не большинство, а в принципе все здесь из ТГ канала. Поэтому, ребятки, не забывайте подписываться на YouTube канал, на ТГ канал. И, в принципе, все, смотреть видосы по кайфу, ребятки. В принципе, комментируйте, что получилось у нас, что не получилось, где бы что-то поменять, где что добавить, ребятки. В целом, мне кажется, видос, ну, получился неплохой, с таким скамбэком, с интересной какой-то концовочкой, с разыгровочкой. Ну и, в принципе, ваше мнение в комментариях. На этом все, друзья. С вами был Ксеназис и до скорого.